После успеха Бузовой Дмитрий Тарасов запел «Вы» на канале Людмила Оганесян. Бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов не одобрял музыкальную карьеру поющей ведущей, однако спустя время он запел и сам. Трек «Мне тебя мало» он посвятил нынешней супруге Анастасии Костенко. Некоторые разделили мнение и написали: «Как футбол играл, так и поет. Какой же лицемерный. Угорал над Бузовой, что она поет. Стебал ее желание петь и выдал это. У Дмитрия хоть голос есть. У нее первая песня «Мало половин». У него первая песня «Мало тебя». Я так думаю, им надо петь теперь дуэтом и пойти к директору Арчегу. Он его раскрутит. Ну, Тарасов. Не дает ему успех Бузовой. Теперь он решил сам запеть. Футбольный мяч сменил на микрофон. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии.